Доброе утро, ребята. Доброе утро. Хорошего всем дня. И я вот что хотел сказать. Так все устроено в этом мире, да, что все время возникают какие-то ситуации, которые выбивают нас из себя. И мы тратим огромные ресурсы своей энергии, внутренней гармонии на то, чтобы что-то исправить, что-то сделать по-другому, что-то сделать, как мы хотим. Мы куда-то рвемся, ломимся, на самом деле забывая о том, что в этой секунде, в этом мгновении есть наша жизнь. И так получается, что мы все время думаем о будущем, как будет дальше, забывая о том, что живем там в настоящем, именно в этом моменте. Поэтому еще так устроено, что ни один негодяй не может такой вред нанести человеку, как его собственные мысли. Поэтому контролируйте свои мысли. Посмотрите на них со стороны. Они очень интересные субстанции. Они запутывают все время наш мозг. Они все время погружают нас в какое-то пространство, в какие-то прошлые воспоминания, в какие-то ситуации, связанные с тем, а как там будет дальше. И мы реально теряем вот этот момент, мгновение нашей жизни. Поэтому, ребята, кайфуйте, радуйтесь, наслаждайтесь. Наслаждайтесь этой жизнью, наслаждайтесь теми людьми, которые находятся рядом с вами. Всегда старайтесь находить те моменты, которые позволяют вам быть счастливыми. Это самое главное. И в этом и есть человек. Его осознанность заключается в том, чтобы быть счастливым. Я всем вам желаю быть счастливыми, всем вам желаю кайфовать, радоваться, встречаться с достойными, настоящими людьми. И никому не позволяйте в вашей жизни говорить вам, что что-то идет не так, что нужно делать по-другому, ты должен измениться, ты сам должен чувствовать, что ты должен сделать. Ты, это и есть твоя жизнь. Поэтому живите красиво. Хорошего дня. До встречи.